Ну и в завершении, картина Винсента Ван Гога была продана на аукционе Кристис в Нью-Йорке за 35 миллионов 900 тысяч долларов США. Картина «Стога пшеницы» была написана Ван Гогом в 1888 году. После смерти художника произведение унаследовал его брат Тео. Затем картина сменила несколько владельцев, после чего была захвачена нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом «Кристис» выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.